Здравствуй, мама, Илюша, Миша, Леля и Лида. Я вам сообщаю, что был ранен в левую руку, легко. Пролежал 10 дней и опять уже в своей части. Сейчас нахожусь от Киева так близко, как от вас до города Зея. Уже 20 декабря, а мороз здесь очень мягкий по сравнению с нашим морозом. Одет я уже во все зимнее, выдали теплую одежду и валенки. У меня пока все хорошо, но ожидаю лучшего. Ваш сын Георгий, 20 декабря 1943 год.